Привет, с вами Сергей Гудков. Сегодня разберем, что делать, если сильно цепляет внешняя критика. Один из типовых советов или рецептов здесь такой. Окружить себя стеной энергии, которая отражает эти ядовитые стрелы обратно. Но обычно это решение временное, потому что стена не выдерживает через какое-то время, или какие-то стрелы оказываются особенно сильными и все равно проникают. В чем дело? Внешняя критика проникает и цепляет вас потому, что внутри есть мишень. Это тогда, когда есть внутренняя критика, когда есть внутренний критик, который вас уничтожает, который постоянно твердит, что ты никчемный, ты ленивый, если бы ты лучше старался, а так, у тебя руки растут не оттуда, ты ни на что не способен, и так далее, и так далее, и так далее. То есть принципиальное ключевое решение здесь – это убрать, изменить вот этого внутреннего критика, сделать так, чтобы он замолчал. Вот это решает все проблемы. Ну а как это сделать? Об этом у меня есть видео, если сам себя сильно критикуешь. Смотрите, там ответ.